Здравствуйте. У меня в гостях Антон Финько, кандидат философских наук, специалист по Северной Корее. Человек, который был непосредственно в Северной Корее и знает структуру и политическую систему этого общества. Я, эксперт-международник, хочу обсудить с моим коллегой перспективу регулирования северокорейского кризиса в свете последних актуальных событий. Антон, недавняя встреча двух лидеров, северокорейского и южнокорейского, Ким Чен Ина и Муна, президента Муна Южной Кореи, она вызвала просто переполох в мировой экспертной среде, в журналистской среде. Да вообще люди обычно даже стали уже интересоваться этим, где Корея, что это такое. Не только корейской морковкой, не только вишенками, грибами по-корейски, а вообще, что такое Корея, насколько это серьезно, эта проблема северокорейского режима и безопасности на корейском полуострове, в зависимости от того, как это все воспринимает, для мирового сообщества. На самом деле она очень актуальна. Я трансляцию видел, как они встречались в демилитаризированной зоне, президенты, два лидера, как они друг другу ходили в гости, там условно. Их намечающееся потепление, они сейчас синхронизировали часовой пояс и так далее. Но я скептически на все это смотрю, честно вам скажу. Не просто скептически, а предельно скептично я все это воспринимаю, исходя из того, что я, как человек, который изучал историю, неоднократно видел тенденции к потеплению между двумя Кореями. Это было и при Ким Ир Сене, это было при Ким Чен Ире. Я помню хорошо, когда они Хеннесси вино пили, два лидера в свое время. И вот сейчас мы видим нечто подобное между уже новым поколением, именно новым поколением севернокорейских лидеров, но еще пока старым поколением президента Муна, потому что, насколько я помню, его выходцы, его родители из Северной Кореи родом. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Реально ли потепление? Если да, то в каком контексте? Либо это все только имитация? Нам нужно выбрать середину, уклоняться от крайних оценок. Это не есть гарантированная нормализация, но и не стоит преуменьшать, делать вид, что ничего не произошло. Но вначале я все-таки позволю себе вновь упомянуть, что корейская морковь на самом деле не является блюдом корейской кухни. Я помню, вы мне так говорили, рассказывали. Да, но Корея, если уже говорить серьезно, является, так же как и Украина, страной геостратегического разлома. И поэтому все, что происходит в этой стране, весьма для нас значимо. И здесь нам для оценки ситуации нам важно, действительно, вы совершенно правы, Андрей, обратиться прежде всего к персонали Мун Чжэня, президента Южной Кореи, для понимания самой специфики возникшей ситуации. Дело в том, что он, вы совершенно правильно отметили, что он родился в семье выходца из севера, из города Хамхына, который эмигрировал на юг. Но в то же время Мун Чжэ Ин принял очень активное участие в леводемократическом движении в Корее. Он еще принимал участие в студенческих волнениях и так далее и тому подобное. И здесь нам важно иметь в виду следующее обстоятельство. В южнокорейском обществе есть два политических лагеря. Есть два политических лагеря, есть консервативный лагерь, связанный, у них время от времени происходит ребрендинг правящей партии, правый консерватор, это партия Сынури, до этого она называлась Ханнара, и так далее и тому подобное. И есть леводемократический лагерь, партия Тубуро, выдвиженцем которой и является президент Мун Чжэ Ин. Это леводемократические силы, традиционно настроены на так называемую политику солнечного тепла. Вовлечение с юга и севера в такой вот экономический и политический диалог. Эта политика проводилась во времена президентства Ким Тэ Джуна и Но Мухёна,
И в значительной степени Мун, символом этой политики являлась декларация 2000 года. И, собственно говоря, ныне происходящее, это во многом в какой-то степени ремейк событий 2000 года. Тогда было заключено очень много соглашений, экономических соглашений, в том числе открытие Кесонской совместной экономической зоны, доступ к туристическим объектам и так далее и тому подобное, оживление торговли, и президент Му Чжэ Ин пришел к власти, был избран фактически под лозунгами поиска пути урегулирования в корейском конфликте, и с этой точки зрения его линия всегда была, шла в разрыв с линией ястребов, сторонников твердого курса в Вашингтоне. Здесь есть вот определенная несостыковка, есть определенная, изначально заложенные, если не конфликт, то принципиально различные позиции. Мун Чжэ Ин – это наследник политики солнечного тепла, и который был не в восторге от размещения системы противоракетной обороны Соединенных Штатов в Южной Корее, и который вынужден был на время отступить и свернуть политику, направленную на урегулирование в условиях эскалации конфликта, который мы наблюдали в последние годы. И при первой же возможности его администрация вернулась к диалогу с Пхеньяном. Причем я хочу обратить внимание на следующий момент, что помимо чисто политических мотивов, Южная Корея, как в принципе, не желает оказаться под ударом в случае эскалации конфликта между Севером и Вашингтоном, есть и экономический резон в действиях южнокорейской страны. Дело в том, что Северная Корея, все знают, что эта страна очень сложная для ведения сельского хозяйства. Там, ну, кто видел, там террасное земледелие, поскольку земли, собственно говоря, пахотно не хватает, очень много гор, и там негде особенно заниматься сельским хозяйством. Но обратная сторона этого является дефицит сельскохозяйственных угодий восполняется тем, что эта страна буквально напичканная полезными ископаемыми. По разным оценкам, запасы полезных ископаемых почти достигают уровня 4 триллионов долларов. Это молибден, цинк, вольфрам, импорт, вольфрам, молибден, потом и цинк, марганец, бог весть что. И, собственно говоря, импортозамещение в случае, если бы Южная Корея начала получать поставки этих веществ из севера, то по южнокорейской оценке их бы ежегодная экономика составляла 15 миллиардов долларов. Южная Корея не только экономически, не только политически, не только с точки зрения вопросов безопасности, но и экономически чрезвычайно заинтересована в возвращении к политике солнечного тепла. Ну и тем паче, что сразу было видно, как на биржах курсы южнокорейских акций пошли вверх после того, когда была произошла эта встреча. На секундочку вернемся опять же к персоналии Мун Чжэ Ина. Он, хотя с одной стороны, знаете, вот он именно очень показателен для этой драмы корейской персонаж, потому что действительно с одной стороны это человек, стремящийся вернуться к политике солнечного тепла, с другой стороны это сын эмигранта из Северной Кореи. С одной стороны это участник студенческих волнений, направленных против тогдашнего консервативного истеблишмента в Южной Корее. С другой стороны, вот когда, знаете, вот сейчас было видно, что два лидера в Пхан Мун Джоне на 38-й параллели в объединенной зоне занимались тем, что они сажали сосну, то это не первый случай в истории, личной истории Мун Чжэ Ина, когда ему приходится заниматься зелеными насаждениями в этой зоне. Дело в том, что в 1976 году в составе южнокорейского спецназа он принимал участие в столкновении в этой зоне. Тогда американские военные попытались вырубить тополь, посаженный Ким Ир Сеном, и вокруг этого возник очень жесткий конфликт, и Южная Корея отреагировала на это использованием спецназа, в составе которого тогда и был молодой Мун Чжэ Ин. Да, то есть это человек, который, с одной стороны, имеет опыт и личной конфронтации, и личного, и поиска взаимодействия. Так резюмируя, если все. И то... если резюмировать, то следующее, что
Южной Корее выгодно с точки зрения безопасности, с точки зрения экономики, с точки зрения политики это урегулирование. Но мы должны понимать, что существуют очень серьезные геополитические ограничения. Не Южная Корея определит исход встречи между Трампом. Вот мы подводимся как раз к самому главному аспекту геополитики. Как мы раз подходим по поводу того, кто стоит за... Да, потому что если кто мы посмотрим, Андрей, собственно говоря, на содержание Пхангмунджомской декларации, то многие уже наблюдатели отметили, что, в общем, это декларация намерения, да, заключить мирный договор, снизить уровень противостояния, продолжить диалог. Это общие слова, и в отличие от договоренностей 2000 года, которые были предельно конкретизированы и обернулись немалой экономической выгодой и гуманитарной выгодой для обеих сторон. Сейчас Северная Корея находится под санкциями. И так просто они, естественно, сняты не будут, и так просто нынешней леводемократической администрации Сеула во главе с Мун Джи Ином, во главе с Тобуро, не удастся достичь соглашения, но достичь чаемой социально-экономической и политической выгоды. Но все будет зависеть от исхода. Исход дела будет зависеть от переговоров с Трампом. Но Южная Корея сделала очень большой шаг для того, чтобы снизить уровень конфронтации, для того, чтобы вообще переговоры между Трампом и, если не состоятся, и северокорейским лидером стали возможными. Смотрите, по поводу геополитического аспекта. Мне очень интересен этот момент. Почему? Потому что мы как люди, которые находятся географически далеко от Кореи, находимся близко от геополитического противостояния США и Российской Федерации. Но когда мы говорим о Северной Корее, тут все-таки характерно определенное противостояние США и Китая. И мы помним все из учебников истории, из вообще исторических книг, корейскую войну, Первую Корейскую войну. И именно вмешательство Китая тогда предопределило исход этой войны. Именно тогда, я уже сейчас вам цитирую фактически аналитику Генри Киссинджера из книги «О Китае», где он говорил, что для того, чтобы избежать прямых конфронтаций, Мао Цзэдун назвал армию не Красной армией Северного Китая или Народной освободительной армией, а он назвал ее добровольческим корпусом. Возглавлял тогда ее маршал Пен Де Хуан. И этот маршал был одним из официальных маршалов Китая. Это один из главных полководцев. Это не был просто доброволец. Это был потом министр обороны Китая. И фактически роль Китая предопределила дальнейшую судьбу. Китайцы стреляли в американцев, американцы стреляли в китайцев. Это было прямое и первое, по-моему, противостояние после Второй мировой войны соответствующее. Китай предопределил будущее. И он стабилизировал ситуацию на 38-й параллели. Американцы стоят за Южной Кореей, 40-тысячный корпус базируется в Южной Корее, самый большой контингент американских войск за пределами США в мире. Угу. Насколько вероятна в данной ситуации конфронтация между США и Китаем, и насколько заинтересованы в урегулировании конфликта вокруг Северной Кореи, китайцы и американцы? Ну, здесь есть один аспект, который нам до конца не ясен. Угу. И не стоит, мне кажется, делать вид, что мы из Киева все прекрасно понимаем в этой пятиугольнике фактически. Да? 5 стран принимают активное участие в процессе урегулирования. 85% торгового оборота Северной Кореи завязано на Китай. Влияние китайского фактора колоссальное, значительное, и мы до конца не знаем и не понимаем той линии, которая осуществляется Пекином в отношении Пхеньяна и на нынешнем этапе тем более. Существует предположение, что Пекин, скажем так, был не в восторге от того, что нынешнее северокорейское руководство является таким жестко суверенистским, отстаивает свою независимость любой ценой и рассматривает китайскую сторону как важного союзника, но важнейшего союзника, но не как патрона. То есть между двумя странами отношения на самом деле вовсе не такие уж и простые. В любом случае, Чжунанхай, Пекин, китайская сторона не заинтересованы в том, чтобы
этот корейский вопрос использовался в качестве повода для усиления американского военного присутствия в регионе. Было, это обратили внимание, вот я хочу напомнить, еще во время запуска корейского ракетоносителя в 1990 году в японская газета «Сюкан Асахи» опубликовала статью, которой, анализируя позицию Соединенных Штатов в регионе, отметила, не является ли, не очевидно ли здесь цель извлечь из Японии средства, чтобы оживить военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. То есть, с одной стороны, для Соединенных Штатов, Соединенные Штаты столкнулись с вызовом со стороны корейского руководства, поскольку Северная Корея оказалась на грани того, что превратится в третью страну, которая может нанести ракетный удар по континентальной части Соединенных Штатов, третью после Российской Федерации и Кореи, и Китая, и Китайской Народной Республики. С другой стороны, Соединенные Штаты должны реагировать на этот вызов, и они должны продемонстрировать, что они контролируют ситуацию и не допустят развития ракетно-ядерной программы Северной Кореи так, как бы это хотелось северокорейскому руководству. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, напряжение в отношениях вокруг северокорейского вопроса могло использоваться военно-промышленным комплексом Соединенных Штатов для обоснования закупок своих вооружений. А мы знаем, насколько нынешний президент Соединенных Штатов чувствителен к теме продаж, как бывший торговец, использовался военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов для того, чтобы обосновать новые закупки вооружений и со стороны Южной Кореи, и со стороны Японии, и обосновать необходимость сохранения системы, американской системы противоракетной обороны на территории Южной Кореи, в чем крайне не заинтересован Чунаньхай, Китай. Китай не заинтересован в том, чтобы южнокорейская сторона была слишком близка к Вашингтону. Любое потепление в отношениях Северной Кореи – это повод для того, чтобы часть южнокорейских элит задумывалась над тем, о чем недавно заявил советник президента Мун Дже Ина, профессор Мун Джон Ин. Его зовут точно так же. Официально его заявление было категорически опровергнуто. То есть официально президентский дворец в Сеуле отреагировал негативно, но эти слова были сказаны. Профессор Мун Джо Ин заявил, что в случае заключения мирного договора с Северной Кореей трудно будет оправдать присутствие войск США на Корейском полуострове. То есть ситуация здесь такова, что Пекин заинтересован в этом урегулировании, не заинтересован, чтобы Южная Корея была слишком близка к Соединенным, Соединенным Штатам. Япония не заинтересована в том, чтобы столкнуться рано или поздно с Объединенной Кореей, обладающей ядерным оружием, а Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы позволить беспрепятственно развиваться ракетно-ядерной программе Северной Кореи, но в то же время они могут использовать любое напряжение на Корейском полуострове для обоснования и интенсификации своего военного присутствия в регионе и увеличения продаж оружия и военной техники государствам этого региона, которые ориентируются на Вашингтон в вопросах военно-стратегического сотрудничества. Антон, если кратко говорить, реальна ли Вторая корейская война или нет? Я скажу, что вот момент наибольшего напряжения, серьезные эксперты-корееведы, далекие от какого-либо, знаете, такого апокалиптического фантазирования, скажем так, оценивали возможность катастрофического сценария в 30%. То есть 30%? 30%, то есть нельзя. А кто нападет первый? Вообще-то, вот вы знаете, часто бывают случаи, такая конфронтация сама по себе опасна. Бывают случаи, что техника не поспевает за принятием. Но кто мог бы напасть первый на данной ситуации? Скажем так, что что при такой ситуации возможно все. Но помните, кто напал в Первую корейскую войну? Все знают эту историю, но также нужно иметь в виду, что само по себе нападение и длительный процесс военно-стратегической эскалации, которая является реальным фактором, который привел к конфликту, это разные вещи. Вы знаете, кто напал? Да. Но я хочу напала Северная Корея, я просто скажу зрителям. Официальная трактовка... При поддержке, заручившись поддержки Сталина и Мао Цзэдуна. Официальная трактовка, естественно, Пхеньяна прямо противоположная, но вы повторяете, что здесь важно?
Важно, что этот конфликт был результатом длительной интенсификации, эскалации военно-политического напряжения. В мире? Да. Тут в чем особенность? Почему здесь вот есть еще одно основание провести печальную параллель между ситуацией вокруг Украины и ситуацией... Очень-очень актуальная. Да, очень актуальная. Да. Дело в том, что вот если мы обратим внимание, как формировалась система международных отношений в мире там, с 19-20 столетия, то обычно по итогам какого-нибудь крупного континентального или международного конфликта, Вестфалия-Венский, Вашингтонская, после 1945 года, после того, что как сверхдержавы обрели ядерное оружие и получили в руки гарантированный инструмент сдерживания, решать таким образом проблемы в мире стало крайне опасно для сверхдержав, обладающих ядерным оружием. И результатом этого стала интенсификация опосредованных конфликтов. Опосредованный конфликт может быть в Корее, опосредованный конфликт может быть на территории Украины, опосредованный конфликт может быть в Эфиопии, Мозамбике или Афганистане. То есть с этого момента, когда ведущие игроки обзавелись ядерным оружием, резко снизилась вероятность их непосредственного столкновения. Мы видели, как по сирийской ситуации, да, как две ядерные державы старательно избегают ситуации, когда они могли бы нанести удар друг против конечно, друга. Да. Но обратной стороной этого является интенсификация их конфликтов на территории третьих стран. Ну, это геополитическая борьба. Да, это геополитическая борьба в условиях ядерных, в условиях реалий ядерного мира. И с этой точки зрения, вот корейская ситуация особенно показательна. И естественно, что интересы корейского, почему значительная часть корейского общества была крайне обеспокоена, потому что она понимала, что даже если бы не применялось ядерное оружие, ракетно-ядерные силы, то Сеул все равно находится в зоне артиллерийского обстрела, и южнокорейское общество делало, и южнокорейское руководство делало и делает очень много для того, чтобы вывести страну под удары. Из-под удара — это важнейшая задача любой руководства, любого эстеблишмента, любой страны, которая может использоваться, территория может использоваться в качестве площадки для выяснения отношений более сильных игроков, вывести страну из-под удара. И естественно, что корейский народ, мы должны иметь в виду его, ну, любой народ ценен, любая культура важна, но корейский народ — это в прямом смысле народ-труженик и народ-творец. Это нация, которая создала великую, выдающуюся культуру, не прибегая к завоеванию, которая добилась всех своих успехов колоссальным трудом и которая заслуживает на мирное решение всех проблем в регионе. И то, что мы увидели на 38-й параллели, потому что нельзя сейчас преувеличивать значение, это декларация не более, чем декларация о намерениях. И хотя теперь мы имеем сосну вместо тополя, уничтоженного в 76-м году, все равно ситуация мы можем столкнуться с реверсом ситуации, с новыми витком обострения напряженности, но корейский народ, повторяю, как в общем, народ-созидатель и как народ, чрезвычайно тяжело пострадавший в ходе войны 50-х годов, заслуживает того, чтобы в регионе наступила максимальная деэскалация. И последний вопрос, последний момент, который я хотел с вами обсудить, это российский фактор. В украинской среде, журналистской среде, экспертной среде модно говорить о том, что Россия вот влияет на многие процессы вокруг Северной Кореи. Насколько реально роль, велика роль или мала роль российского фактора на ситуацию в Северокорейском полуострове? Мы с вами знаем, что Россия имеет сухопутную границу с Северной Кореей. Да. Мало кто, это объективный факт, но мало кто об этом знает. У них есть там 20 с лишним километров, даже поезд, по-моему, ходит. Да, и там вот как насколько раз... Россия имеет колоссальное значение, там, большое значение? Там ходит поезд, это район Хасана, и там в районе Хасанской таможни расположен приграничный поселок. Я запамятовал его нынешнее название, но исторически его название Новокиевск. Это так называемая территория Зеленого Клина, и в значительной степени формировавшегося выходцами из Полтавской, там, Киевской и Екатеринославской губернии. Насколько Россия здесь влияет? Российский фактор
значим, и российская сторона, российские эксперты сейчас будут всячески подчеркивать, что на самом деле ситуация развивается в русле совместной китайско-российской идеи двойной перезагрузки, двойной заморозки, одновременного отказа от северокорейской стороны от ядерно-ракетных испытаний в обмен на отказ от проведения массированных учений совместных Соединенных Штатов и Южной Кореи. Но ситуация, скажем так, Россия в значительной степени также заинтересована в деэскалации, она заинтересована так же, как и южнокорейская сторона в разработке вот этих вот колоссальных полезных ископаемых. Повторяю, что Северная Корея, мы не представляем себе, что это такое. Это действительно нечто, буквально напичканное редкими, очень ценными Это кладезь земли, и российская сторона заинтересована в том, чтобы получить преференции, возможности там, интенсивного экономического участия. Она заинтересована в поддержании хороших отношений с Южной Кореей, и в то же время, что может сейчас. Что сейчас бросается в глаза? Что все-таки сейчас переговоры, вот ожидается саммит в Токио, то есть сейчас переговоры идут с южнокорейской стороной, с китайской стороной, вот вовлекается, возможно, будет вовлечена Япония, и пока не видна во всем этом активная дипломатическая роль пятой стороны, то есть России. Но в целом российская сторона, по всей видимости, бы приветствовала бы эту деэскалацию. Но не солидарность. Тем более, Москва сведена с Пекином. Да, действительно. Сейчас мы позиции Москвы и Пекина в этом вопросе достаточно не только близки. Не да, Сирии, и сейчас, и сейчас, Китая, да, сейчас, да, и сейчас, конечно, не та ситуация, когда Советский Союз был мощнейшим, важнейшим партнером и патроном Пхеньяна. И с этой точки зрения, и, кстати, вот и в те годы, в там 40-е, 50-е, 60-е годы было заметно соперничество, да, Чжанхая, Пекина и Москвы, и Кремля за влияние на Северной Кореи. Это видно вот по подаркам, которые дарились на высшем уровне, скажем так, если Сталин дарил Линкольн или же салон, вагон северокорейскому руководству, то же самое делал в качестве подарка, точно такая же ответная мера была со стороны Пекина, то есть делался точно такой же зеркальный подарок для того, чтобы подчеркнуть равновеликость сил. На пандовая дипломатия. Да, равновеликость сил на этом театре, в этом регионе. И сейчас, конечно, сейчас влияние китайского фактора здесь намного более весомо, потому что, повторяю, 85% торгового оборота Пекина завязано на Пхеньяна завязано на торговлю с Пекином. Ну, без сомнения. Антон, я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам на программу, ко мне на программу. Мы обсудили очень сложный вопрос, на самом деле. Мне вдвойне приятно, что вы были в Северной Корее, вы можете объективно некоторые процессы там анализировать, общественно-политические. И я думаю, что мы еще с вами не раз обсудим тему Северной Кореи, и не только, не так ли? Я с удовольствием буду всегда обсуждать вопросы, тем более, что, повторюсь, это народ, это культура, его трудолюбие, его свершения в области материальной культуры и искусств снискало всеобщее уважение, и каждый, кто сталкивался с корейцами и на севере, и на юге, знают выдающиеся ментальные достоинства корейской культуры. Вы правы. Спасибо вам.